Здравия желаю. Тут мне предъявили, что неправильно считаю. Давайте вместе. Вот эта модель сегодня. Тут немного другая. Я ее улучшил. Это на 225 ватт мотор. Это на 585. То есть разница почти в 3 раза. Вот этот на 225 ватт тянет этот. Не потянет. Кто-то там говорил. Все потянет. Так, ладно. Далее вот это вот выходные, видите? Выходная мощность. Вольт. Сколько вольт выходит? Включаем. Видите? Ну и также схема на ионисторы здесь. Вот ионисторы. Так. Подключаем вот. Подключаем. Вот ионистор включил. Она пошла, видите? А теперь включаем реле 20 секунд и 80, то есть 4 раза включаем реле и включаем его сюда. Вот сейчас она идет, сейчас она идет на ионисторах, потому что здесь вот эти счет идет до 80, будет считать. Вот возьмем сейчас. Так. Вот возьмем. Подключим генерацию, видите? 5 ватт. 5 ватт всего. 5 вольт. Так. Почему так? Да потому что подсевшие ионисторы. Возьмем вот так вот. То есть для старта надо. Для старта. Загрузить-то все. До полной. Сейчас напряжение у него выходное. 17, это должно быть. Вот по списку у меня. Напряжение максимум 25,7, 25,8. Вернее, нет. Это входа. Выхода 24,5. Вот, смотрим. Уже больше 20. 20, еще мало. То есть, первоначально стартуем, загружаем полностью систему для старта. Сейчас проверяем. 21. Еще мало. Ну, уже достаточно. А сейчас... Семнадцать, видите? А вот включилась под заряд уже от руля. 22,4. Сейчас посмотрим, выключится. 22,4, да? Вот на ионисторах. 16, видите? Подождем немного. Здесь
сбрось свой счетчик, а он говорит, счетчик. Счетчик неправильный, ну все правильно. Лампочки вот эти. Калиброванная лампочка, 100 ватт, она и показывает точно все. Проверял эти счетчики, понятно. Как они могут быть неправильны. Ну вот сейчас смотрим еще раз. Вот на минимуме. Смотрим, на минимуме. Как будет. Сейчас ионистр уже вот 56 секунд. 80 секунд работает на вот этих генераторах. Семьдесят один, 72. Вот смотрим. 15 вольт. А теперь смотрим при старте. 22. Видите как? И так будет работать, можно подождать даже. То есть, объясняю, вот питание поступает 20 секунд, а 80 секунд вот она работает, ну то есть накопила. Хотя потребляет 30 ватт в час всего. А выход какой идет? Выход-то не один раз идет. Пока она один раз вот потребила, а тут 4 раза крутится. А то неправильно считаю, там какой-то Крицкий там какой-то. Все кто-то там пишет. Идите вы арифметику учить, Крицкий. Вот. Если хотите предъявить. Возьмите, соберите и предъявите, соберите лучше, подскажите, вот ты дурак. Я собрал, у меня гораздо лучше. Вот тогда я скажу, да, я дурак. А когда ничего не пробуют, только предъявляют. Считать сами не умеют. Вот 16 вольт, 15 вольт, видите, на минимуме. А вот еще раз на максимуме проверим. Вот она, видите, вперед. 21,4, видите как? И так будет работать бесконечно. Пока выключим. Потому что вот я ее выключил, видите, она на этих продолжает. Вот, соединил ионистр, видите, вот. Вот. Кто не верит, что это ионистр, она работает. Тут везде выключено. То есть, все верно. Уже 5 раз пересчитывал. Но вот эта модель лучше тем, что почти в 3 раза, 585 на 225. Сейчас скажу, во сколько раз. 585 разделить на 225. 2,6 раза. За счет этого и выдает больше. Вот сейчас посмотрим, как я пририсовал. Вот она. 30, видите. Вот мотор. Вот он мотор. Вот генератор. Вот. Вот это на 585, это на это. Совместный. Вот 30 ватт это. Коробка вот подключена. 30 ватт выдает. Вот ионисторы. Вот ионисторы 10 штук. Вот тут реле. 20 секунд. Работает 80 секунд. Работает на том, что запасено.
военистрах на том работает. Вот за счет чего. И получается, еще раз объясняю. Вот тут выхода, видите, 58 первый раз больше, а потом по 48 идет. Можете пересчитать, кому интересно. Я уже посчитал. 48 умножаем на 4. 192 и плюс 58. 250. А затратили 30. И помножим на 100. КПД 833. Вот так. И не надо мне лапшу на уши вешать там. Ты неправильно посчитал. Не верите, не верьте. Или возьмите, если кто, как говорится, сомневается. Есть, которые вообще этому не верят, так как им в школе умудрили голову, прозомбировали ложное понятие. А есть, кто сомневается. Вот тем, кто сомневается, я посоветую сделать тут просто все. Сделайте и проверьте. Вот оно все. Схема, все есть. То есть эта система в прошлый раз 842 давала. С теми моторами на 600. Даже больше. Там мотор на 100, тут на 585. У него маховик больше. Но я потом, может, его сделаю опять. Это я то переставил. А здесь то же самое. 833 КПД. И никуда не денешься. Единственное, что надо под этот вот АКБ, ну это я говорил, аккумулятор хороший, сюда, под эту, чтобы это включить, через инвертор, аккумулятор, потом инвертор, и вот это включится. И сюда на выход аккумулятор. И система будет работать. Без проблем.